Здрасте. Здравствуй. Я вам хотела сказать спасибо, что вы мне отшила перед дедушкой. Ну, я понял. Все? Я еще хотела, чтобы у нас были опять дополнительные занятия, потому что мне понравилось, честно. Ань, я с тобой разговаривать больше не хочу. Отстань от меня, да? Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Давай, давай, давай. Илюша, совсем хорошо, видишь? Тихо, хорошо. Ты знаешь, не беги. Вообще, я тебе скажу, что ты должна больше пить, понимаешь? Больше. А я пью, вообще, пью здесь. Морс такой вкусный дает, знаешь? Хорошо. Я пью, он мне еще приносит еще. Слушай, видишь, я тебе смотрю свой вообще морс, потому что чего они тут делают? Ничего не надо. Катенька, не надо, мне главное, чтобы вы с Илюшкой дружили. Да мы, как ты что, мы здесь, Катя, вообще... Давайте. Братья, жить. Можно сказать, стали. Ага, братья. Братья сказать. И сестры. Да, да, мама, у нас все хорошо. Братья и сестры. Тихонько, тихонько. Вот, вот, молодец, вот хорошо. Так. Ой. Сейчас я тебя немножечко... Спасибо. Подожди, может, повыше подушку? Давай, сюда. Вот, вот. Тихо, тихо. Может, вообще лечь на подушку, а не на железку? И не пусть вот так вот хорошо. Хорошо? Ага. Ну, молодец. Спасибо. Так. Договорились, Илюша? Да, ну, тетя ага. Катя. Да, у нас все хорошо, у нас все хорошо. Все, все в порядке. Я, мы дружим. Я верю, Илюшенька. Катюшенька, давайте так. Давай. Ты давай здесь пей, ешь, ходи там. Что за надо делать? Делай. Завтра. Я сегодня вечером зайду еще. Хорошо? Да, да, да. Все, давай, Надюш. Давай, зайка. Приходите. Все, 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 все. Илюшка, пока. Тихонечко, тихонечко, пойдем. Или ты сейчас в школу? Да, мы же домой успеем зайти, поэтому тебя покормим. Не хочешь? Не, да. Что-то голодный, пойдешь в школу. Да, голодный. Ну, а что я там котлет сделала? Чего? Ну, котлеты. Да опять помой, наверное. Еще помой, это хорошая котлета делала. Мясо купила, свежая телятина. Илья! Свежая телятина. Здравствуйте, Валентин Иванович. Что случилось? Что случилось? Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Вы так просто никогда не подходите. Ну, на самом деле, да, я, знаешь, я не очень довольна анализами. В принципе, маме лучше бы остаться здесь еще на неделю. Да ладно. На денег нет. Валентин Иванович, зайдите в седьмую, пожалуйста. Да, хорошо. Ну, хорошо, конечно, конечно, достану деньги. А у меня есть деньги на карточке. Вы сидите, тетя Кать, не суйте со своей карточкой, ладно? Так, хорошо, давайте, деньги. Вы разберитесь. Значит, имею в виду, да. Это нужно сделать обязательно на этой неделе. У нас очень строгая бухгалтерия. Да, да, конечно, конечно. Седьмое, да? Седьмое. Хорошо. Счастливо. Лишь, ну вот разреши мне помочь тебе, ничего же такого, ничего страшного нет, родственники все-таки, что же у меня деньги-то, чего они будут лежать-то? Все-таки есть же они, Илюша. Ладно. Ладно. Я у вас деньги возьму. Все. Но это взаймы. Взаймы. Понятно? Конечно. Как скажешь, как скажешь. Да, конечно, узнал. Списывайся. Давай я пожалею. Ну, не знаю пока. Валидай списание быстро. А где? Я добыл в нашу семью. Добычу. Хорошо. Списывать. Ну, я вам, конечно, Серега, скажу. Хочешь, я тебе дам списание? Ой, давай. Чувак, спасибо. Это, слушай, я еще не доделал. Серега. Ой, осторожнее, ну вы что меня сшибаете? Здравствуйте, здравствуйте, дети. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья Николаевна. Тихо, тихо, тихо. Елена Григорьевна вас ждет. Слушайте, ребята, я хотела спросить. Сегодня у нас после уроков Оля, Сережа. Доброе утро. Извините, просто делаем замат. Но это очень хорошо, потому что наш класс нужно подтягивать. И сегодня вечером мы после уроков собираемся. У нас будет сегодня репетиция, так что если будет интересно, заходите посмотреть. Нет времени, Наталья Николаевна. Ну, нет времени. Нет времени, видите, математикой занимаемся. Это очень приятно, Сережа. Еще физику нам надо подтянуть, правильно? Конечно, пора браться за голову. Да, но все-таки творческая сторона, я думаю, нам не помешает. Вы очень яркие в нашем классе. Я считаю, что вы достойны этого. Но да, да, нет, нет. Вы просто достойны Оскара. Но не в сыром кружке. Оля, вы так точно. Вот. Может быть, и портфолио свое сделаешь, наконец-таки. Здравствуйте. Я уже сделала, Наталья Николаевна, если вы забыли. Здрасте. Здравствуйте. Софья! Что она гонит с Федором Крючковым? Я не знаю. Дура, потому что. И, по-моему, еще девочка с параваном была. И башка, мозг с параваном. Вера, скажи, пожалуйста, откуда ты взяла сумму второго и третьего членов? Вот что надо было сделать? Если взять сумму второго и третьего члена, это уже группа. Что за перевозбуждение? Что надо было сделать? Нужно было найти формулу первых трех членов. Всего-то. Нет, ну ты объясни мне, что за бред, откуда эту сумму ты взяла? Ну, я взяла член. Так, все.
Мамитева, ну от тебя я не ожидал. Иди садись. Ну, палата. Взяла, два балла, Хваветева. Надо собраться, потому что при таких знаниях медаль золотая не светит никак. У меня лучшая ученица класса, деградирует практически на глазах. Ну что же это такое? Я буду общаться с твоими родителями очень серьезно. Так, кто-то желает продолжить? Не, ну отлично, в принципе. Я рад, что ты согласился, а то ты прикинь, меня вообще Мелания, если честно, задолбала. Говорит только про тебя. Ты вообще как к ней относишься? Да мне плевать вообще. Да. Она запала на тебя. Молодец. Мне вообще сейчас насрать с кем общаться. Угу. Хочешь гуляш? Да. Давай. Слушай, надо что-то купить туда. Вот, у меня, чувак, денег нету. Я вот кефир купил. Понятно. Ну, у меня так немного есть. Да? Ну, отлично, пойдем. Не знаю. А что купить-то? Пиво, наверное. Пиво, наверное. Пиццу. Ну, отлично. Вер, слушай, зацени. Думаю только о тебе. Не могу спать. Как вчера. А сегодня, короче, обожаю тебя, мой ангел. Ты можешь себе представить, чтобы Леха так выражался? Обожаю тебя, мой ангел. Что ты вообще такая веселая, блин? Ничего нельзя, что ли? Я не знаю, что делать, и ты... Да вообще, что ты ко мне привязалась, дура, блин? Кто? Да математичка эта. Она же маме позвонит. Шум поднимет. Ей же делать нефиг. Блин, слушай, может, с ней поговорить, а? Хотя нет, нефиг не надо. Ты меня слышишь вообще? Угу. Вообще, слушай, мой олененок. Значит, артистом будешь, да? Я еще не знаю, мам. Ну, это хорошо, слушай, надо срочно позвонить бабушке, дядь Гаджи, ладно? Ну, пока не надо, мам. Ну, почему? Ну, я еще не знаю, получится, не получится, вдруг не получится. Тогда надо тебе хорошенечко покушать сейчас, перед репетицией. На, кушай. Давай. Что, братишка, работает? Есть эффект? Ага, прикинь, поверила. Я тебе же говорю, главное правильные слова составлять. Просто в этом и есть смысл. А что дальше? Что дальше написать? Я тебе говорю, учись слова составлять. Просто, понимаешь? Ну, как нормальные пацанчики говорят. Все быстро происходит. Ты что, ты же ничего не можешь сказать даже, понимаешь? Какой ты оратор, блин. Я понял, короче. Сейчас, смотри, есть у меня тут одна штука. Сейчас. Ага. Вот. Я рисую твои черты в лицах прохожих, пытаюсь услышать в их голосах отзвуки твоих слов. И всегда прошу только об одном. Улыбнись мне перед самым сном. Ты поэт, смотри. Я знаю, что все равно не увижу этого, но это не важно. Просто я знаю, что ты улыбаешься. Я купаюсь в звуках твоего имени, растворяюсь в твоих смс. Мои ладони помнят тепло твоих рук на губах. Играет отзвук коротких поцелуев наших встреч. Блин, супер, кайф вообще, классно, классно. Ну, в общем, все цветочки были до этого. Надо просто сейчас писать ей письмо и отнести медсестре на вахту. И что дальше? Что дальше увидишь? Все тёлки дают сразу. Че, готов писать? Давай. Давай. Сейчас, погодь, погодь. Давай. Анечка. Давай, раздевайся, мой руки и обедать сейчас будем. Я не хочу, ба. Ну, хорошо, ну просто посидишь с нами, и все. Мне заниматься надо. Ну, ладно.
Тогда знаешь что, мы тут с дедушкой посоветовались. Сейчас я его позову. Толя! Толь, иди сюда. Да-да-да, иди сюда. Это сюрприз. Толечка, иди, иди. Угу. Знаешь, вот мы последнее время видим, что ты взялась за ум, учиться стала. Да, радуешь ты нас, Анютка. Хорошо. Вот, и мы решили, что... В общем, как ты смотришь на то, чтобы пойти в магазин и купить тебе что-нибудь новенькое, а? Ну, что смотришь-то? Ну? Ну, я это... рада, типа. Ну и замечательно. А по виду не скажешь. Ну, а чему радоваться? Кофте с оленями. Ну, ладно, тебе хватит. Ну, ту кофту мы тоже забраковали. Зато костюмчик тебе купили джинсовый. Очень современный, хороший. В шкафу висит. А что он в шкафу-то висит? Наверное, велик тебе, что ли? Поэтому и висит. Ну, короче, я пойду, только если вы купите то, что я хочу. Конечно. То, что мне понравится, что я выберу, да? Ну, а как же? Да. Правда? Замечательно. Ну, и все. То, что выберешь, то и купим. Принеси мне стул, пожалуйста. Поставишь? Так, сколько нас уже сегодня? Фаликов. Но. Я хочу вас познакомить. В наших рядах пополнилось талантами. Это Фаликов. Володя Фаликов и Тимур Задоев. Тимур Задоев просто потрясающе танцует танцы. Я думаю, вы все видели на концерте. Итак, худсовет. А я очень хорошо пою, Наталья Николаевна. А, еще Горяев с нами. Не оценили. Очень приятно. Мы на самом деле рады. Пьеса, которую мы будем с вами ставить... Называется «Ромео и Джульетта». Ух ты! Ух ты, как здорово! Кто будет играть, Наталья Николаевна? Мы уже подумали. Да, и теперь что же будет Джульетта? Нет, отстань! Джульетта! Давайте распределимся. А вот еще звезды 9-го. Итак, распределение. Вы как раз вовремя берите стулья. Ребят, садитесь. Жаль, что так поздно, потому что, в принципе, у нас... Серый. Я даже не думала, что вы зайдете, но очень приятно. Садитесь, Ой. Оль. Сереж, берите стулья. На... Итак, распределение. У вас есть какие-то предложения, Ромео? Королев. Ну да, Королев. Королев. Давайте, кто я голосует? Я должен быть. Заткнись, Ромео, я предлагаю Горяева нас. Давайте Задоева. Кто за Горяева? Давайте Задоева. Я за Горяева. Давайте. Я за Горяева. Отлично. Давайте Ромео пусть пробует Горяев. Джульетта, вот я не знаю, меня... Нет, Будилова. Кто за Дашу? Кто за Дашулю? Не, а Цыбина, смотрите, какая Джульетта классная. Цыбина. Цыбина. Но если честно, меня разрывается вообще душа. Одну секунду, ты получил роль, давай другие ребята узнаем. Вы свяжите, Но еще мне очень хочется, чтобы Джульетта попробовала Лана. Ты будешь Джульетта. Как вы думаете? Давайте попробуем. Тебе Джульетту выбирают, сидит, моргает. Вот я выбрал Будилова. Оль, ну, к сожалению, ты поздно пришла, потому что на первой встрече не была, и у нас уже разбирались девочки, которые... Наталья Николаевна, то... Но если мы будем роли играть, когда девочки разбирались? Наталья Николаевна, то остальные роли будет играть. Подождите, давайте решим, Даша или Лана? Горяев. Да, Горяев, успокойся, пожалуйста. Тебе выбирают сейчас Джульетту. А я уже выбрал себе Джульетту. Нет, Оля пришла очень поздно. Ну, что значит поздно? Оля может сыграть маму Джульетту. Лучше поздно, чем никогда. Наталья Николаевна. Дашуля или Лана? Посмотри, пожалуйста. Наталья Николаевна. Вы начнете вместе, да, а потом мы определимся. Ой, вот да, Лана и Даша. Да. Итак, у нас есть семья Капулетти и Горяев. Я тебя заменю, что такое? Шишкова, я. Тебе вот письмо от Шутова. Спасибо. А можете передать передачку? Да нет. Да ты что? У них же диета, им ничего нельзя. А из этого нет, можно нельзя? Только воду и бананы. Хорошо. Письмо передала? Ладно, спасибо. Слушай, ты такого реально никогда не курил, я тебе отвечаю. Будешь турить не по-детски. Все бараги так говорят, а потом фигня. Блин, ну я же не барыга. Если фигня будет, я тебя прижму, ты понял? Здрасте. Здрасте. А что они уроки-то? Мы пописать. Thank you.
Ну ты придурок, слушай. Ничего. Теперь сам кури эту фигню. Я высушу это на батарее. Только никому не говори. Кто у тебя это... купит эту фигню-то? Да, я высушу, я продам. Вот мне вот эта кофточка. Ну что, все, я выбрала. Чего я выбрала? Ну-ка, покажи. Две кофточки, две юбочки. Ой, Анечка, ну куда же ты вот в этой вот кофточке ходить будешь? Вот скажи мне. Да, в школу. Да. В школу? Ой, нет, ну и рисунок такой прям. Я вот тебе вот этот подобрала, посмотри. Видишь, какой хорошенький. И тут скидка большая. Блин, сейчас 490 рублей. Все, короче, рублей или сейчас покупаем, или уходим отсюда. Давай. Ань. Все, вот эти две возьму. А это еще юбка, что ли, да? Ой, батюшки мои. Ну-ка, прикни-ка на себя эту рыболовную сеть. О! Идет? А как же? Ну, типа, дувать будет, Ань. Чё-то нормально, так все носят. Да? Нет, это не пойдет, такую дрянь. И вот с этим еще... А это не тебе, костями... это мне носить. Не знаю, я за это платить не буду. Все, короче, или покупайся, или я повторяю, я сейчас уйду. Анечка, пойдем в другой магазин, посмотрим, что-то... Аня, ой, Аня, ну что ж ты, подожди ты. Ой, батюшки мои, брось, извините, пожалуйста. Толя. Да. Глаз. Тут просто главное вот сюда вот в бровь, вот в череп, да, зажимать. Да. Слушай, а что ты... В череп зажимать. Чего до этого зажигалкой? Я зажигалкой, смотри, как могу. Нет, это бутылка, которая глазом. А, не, я ее... Нет? Ты, то есть пробку не вставил? Не вставил. Вот я тебе так с пальцем тоже могу фокус показать, смотри. С пальцем? Оп. Вот сюда вот, давай. Ты же так и руку можешь снять, у тебя же протез. Слышите, давайте сюда. Че, вот. Че, да, налей сюда. Все, я уже налил. Налил? Да. Кто? Кто? Ты у меня спрашиваешь, кто? Никого не ждали сегодня. Я тебя не видно, хрена. Мать в гостях, она не придет. Слушайте, ну нас по-любому уже видели. Здесь надо открыть. Ну иди посмотри. Мало ли сейчас. Это Носова пришла. Чего? Носова. Ну скажи, иди гуляй, да и все. Ты мы не можем ей так сказать, ты что? Вы подруги, типа, да? Подожди. Слушай, ну не надо, наверное, да? Ну пусть заходит тогда. Ну подожди. Не, ну пусти. Нет. Подожди, она звонит. Да, привет. Пипец. Нет. Скажи, что ты тут с парнем твоим. Давай пониже сядь только, слышишь? Да, блин, тут серьезно. Нет, я их не видела, нет, нет. А ты, тебя видно. С тобой что ли? Я сейчас не могу, я сейчас с парнем. Да. Хорошо, давай завтра увидимся. Ладно, давайте начнем тогда с второго акта. Тогда у нас кто? У нас будет Дима. Держи. Садитесь все ближе. Потом Тимур, Меркуцио, Тёма. А можно Тёма, я иди здесь сюда. Сам сидеть, Наталья? Ну вот хотя бы ближе, чтобы вы слышали друг друга. Вот, садись сюда, Тёма. Окей. И Соня. Открываем а тексты. А можно Ромео будет вампиром? Ну, это интересная интерпретация, только в другой школе и с другим режиссером. Открывай. Открыл. Итак, смотрите, я вам там выделила. Давайте начнем с того момента, как входит Ромео. Я кормилица? Да, кормилица. Все помнят. Ты бензин. Входит Ромео. А, гляди-ка, Ника, Ромео. Никак. А, Ника. Ничего, тихо. Давайте, Тимур. Моща-моща, как высохшая селедка. Моща-мощой. Внимательно, ребят. Моща-мощой, как высохшая. С добрым утром, добрый государь. С добрым вечером, добрая государыня. Разве уж вечер? По-видимому, в вашей жизни бесспорно. Природой, сударыня, он создан себе на посмеяние. Она зовет его куда-нибудь на ужин. Давай, Тимур. Ай да сегодня, ату ее. Ату ее. Кого ты выследил? К сожалению, не зайца. Или такого, который за страстью может считаться постным. Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать. Прощайте, старая барыня, прощайте. Слушай, Мелания, а тебя как по-настоящему зовут? Таня. А почему ты Мелания?
Так друзья назвали, поэтому... Меланья Болтунья, молоко болтала. Слушай, а вот... А что это такое вот у тебя? Ты молоко приплел. Прокол. Прокол? А можешь посмотреть, какой он с той стороны? Mm-mm. Ну, да, пожалуйста, посмотри. Mm-mm. Мне просто всегда было так интересно. Ну-ка. Ну, расслабь. Ого! Ого! Прикольно. Спросил бы еще, насквозь он сделан или нет? Ну, насквозь. Mm-hmm. Слушайте, вот вы, Эмма, и надо чего? Надо у нас клеймо ставить. Не, ну, вот, как бы... Вот Эмма, ну, они чем отличаются, там, ну, например, от нас, от обычных смертных людей? М? Чем мы отличаемся? Ничем не отличаемся. Как, как в детстве, встань на стул и расскажи стишок. Нет, нет, не встань. Все время одни и те же вопросы. Ну, просто правда интересно, я вот как бы, ну, не понимаю. А вот, смотри, у тебя какого волос цвета? Белые. Белые? А зачем ты такую прическу сделала? Белые же лучше. Нравится? Нет, так лучше. Это что-то значит тоже? Нет? Нет. Ничего не значит? Только если чёлка. Она закрывает глаза, глаза – зеркало души. Чтобы никто в душу не лез. У тебя какого цвета волос? Такой бред. Вот такого. Чё? Вот такого цвета волос. Вот у всех такого цвета волос. Ну я же их не красил. У тебя такого цвета волос. У него такого цвета волосы. У тётеньки на улице такого цвета волосы. Так, а что это вы тут устроили, а? Твои мамы. Как устроить отсюда? Это волосы. Мам, не надо, не начинай. А ты, красавица, домой. Тебя же вообще больше не видела. Не пришли бы, не увидели. Дрянь. Она сказала, что ты еду я домой уже, все, успокойся. О, Илюш! А! Ну, замечательно, все, как раз и все, и готово уже, вот уже. Все горячее, садитесь, ребята. Ой, здрасте. Очень мило. Здрасте. Знакомьтесь, это Меланья. Очень приятно. Тетя Катя. Катя. Ну, что ты стал-то раздевайся? Что-то. Вот, это... мы решили пожениться. Я не шучу. О, господи. Шучу, шучу. Нет, но Меланья будет у нас жить. Ну, и замечательно. Замечательно? Ну, слава богу. Илюш, я тебе хочу что сказать. Пускай девочка пока руки помоет, да а какая я... Какая она девочка? А у меня уже чистая, я хотя бы не была. Да? Ну, садись, ну, садись. Ну, чё ж, конечно. Ну, и чё? Слушай. Будешь есть? Да? Давайте. Давайте, конечно. А почему? Чё там у вас? Как всегда, помой. Ну, почему помой? Тут что ж ты прям уж так при невесте своей. Анечка, я там сосиски сварила с гречкой. Я не буду. Ну, я все равно там на столе оставлю. Захочешь, покушаешь. Хорошо?